Полина Андреевна, Вадим Анатольевич, прошу вас, проходите. Я прошу прощения за задержку. Нам пришлось продублировать анализы, чтобы не было никаких сомнений. Ну, доктор, говорите. Результат положительный. Это значит, что? К сожалению, да. Нет. Нет, пожалуйста. Этого не может быть. Вадик, надо еще сделать анализ. Еще надо обследовать. Вадик, успокойся, успокойся. Это не может быть! Вадим, или нет? Нет. Нет. Оль, я сделаю. Я сделаю все возможное и невозможное. Я тебе обещаю. Доктор, можно ей как-то помочь? Эта болезнь мало изучена. Я уже это говорил. Но есть довольно необычный способ лечения. Непроверенный и никем официально не одобренный. Я согласен на все. Да, Толен. Привет. Как сам? Ага. Годовщина выпуска? Когда? Не, я не могу. Слушай, у меня собеседование важное и работа новая. Поэтому я не могу. Да, всем привет передавай. Все, пока. Простите, ради бога, я вас не заметил. Это вы меня извините. Так, теперь я вас еще и ударил. Ничего страшного. Давайте я помогу. Новенький? Я что-то не видела вас раньше. Да, я на собеседовании в юридический отдел. Понятно. Только я, кажется, немножко заблудился. Теперь вы еще и опоздаете за меня. Пойдемте, провожу. А вы разве не опаздываете? Ничего, меня подождут. Тогда буду признателен. Игорь. Маша.
Пойдемте. Пойдемте. Давайте так. Вам когда-либо диагностировали депрессию? Нет. Вам случалось что-нибудь украсть? Да, в детстве я украл бублик. Песня не требует столько ответ. Вы употребляли когда-нибудь наркотики? Не знаю. Поясните. Ну, понимаете, на втором курсе мы с ребятами решили покурить. Ну, а нам вместо этого продали какую-то сушеную траву, поэтому я не знаю. Значит, нет. Нет. Ну, может, все-таки этот? Или тебе не очень? Ну, что ты молчишь? Не знаю. Мне нужно с ним поговорить. Хорошо бы, чтобы был из провинции, из бедной семьи. Лучше сирота, чтобы он был никем. Ты согласен? Хорошо, Полина, как скажешь. Потом, когда все закончится, так для всех будет лучше. Мы почти закончили. У вас есть постоянная девушка? Нет, уже 3 месяца. Что вас не устраивало на предыдущем месте работы? Отсутствие перспектив. Через 3 года я бы был ведущим юристом, а через 10 лет – главным. Меня это не устраивает. Спасибо. Игорь Николаевич, HR-отдел одобрил ваши документы. У безопасности к вам вопросов нет. Еще кровь сдадите для нашей, так сказать, уверенности. А кровь-то зачем? Я так понимаю, здесь тоже полный порядок, да? Через час будет готова расшифровка. Предварительно, да, все в порядке. Теперь вас примет генеральный директор Вадим Анатольевич Талецкий. Он лично собеседует всех успешных кандидатов. Прошу вас. Благодарю. На эту позицию мы рассматриваем 32 кандидата. Убедите меня в том, что я должен взять именно вас. У вас для этого 1 минута. Время. Прошло 12 секунд. На собеседовании у меня спросили, крал ли я что-нибудь. В детстве я украл из булочной бублик. Мама дала мне 2 рубля, а я их потерял. Продавщица тетя Аня поймала меня за руку, а потом сама за меня заплатила. Так стыдно мне не было никогда в жизни. Именно тогда я твердо принял решение, что разбогатею, и моим детям никогда и ничего не придется воровать. Но одного желания мало. Путь к успеху – это каждодневный и тяжелый труд. И вы знаете это лучше всех. В 1988 году вы открыли первый строительный кооператив. А сейчас возглавляете самую крупную в России девелоперскую компанию. Я хочу работать в вашей компании для того, чтобы учиться у вас. Вы приняты. Оставьте мне немного. Не волнуйтесь, оставим. А вы всех так обследуете при приеме на работу? Да, компания заботится о здоровье своих сотрудников. Ну ладно. Поработайте кулачком. Ну что, проект всем нравится. Такого аквапарка нет даже в Москве. Строители бьют копытом, готовы хоть завтра начинать. Но есть одна проблема с земельным участком. Какая?
Там овраг, и с момента последней кадастровой оценки он разросся и фактически теперь занимает треть участка. То есть в будущем существует угроза для здания? Нет, угрозы никакой нет. Стенки оврага можно укрепить, и дальше он не пойдет. Но договор аренды от нас требует заключать на весь участок по кадастру, а это другие деньги. Мы заказали землемерные работы и подготовили заключение для городских властей. Вот здесь все обосновано. Почему аренда должна быть ниже в соответствии с фактической площадью? Угу. А этот новый сотрудник Малеев на работу вышел? По-моему, завтра выходит. Вот пусть он и съездит туда, посмотрит, сделает свое заключение. Он, кстати, из тех мест. Но заключение готово. Он пусть делает свое, мы сравним. Он же у нас на испытательном сроке. Вот и будем испытывать. Алло, Мария, это Игорь Малеев, юрист. Я просто хотел сказать, что жду вас у входа. А я уже здесь. О, привет. Привет. Ну что, приняли? Да. Поздравляю. Спасибо. Но это все благодаря вам. Думаю, если бы не вы, я бы до сих пор болтался в коридорах этого здания. Да ну что вы. А мне кажется, потому что просто вы хороший специалист. С чего вы взяли? А к нам плохих не берут. Ага. А вы, значит, дизайнер компании. Мне сказали, что я поеду с дизайнером. Да, это я. Ну, здорово, значит, будем вместе работать по аквапарку. Да, мне сказали подготовить ландшафтное описание для аквапарка, для городской администрации. А что это значит? Это нужно показать, что новый объект, он не испортит городскую среду, а наоборот, ее украсит. Угу. Интересная у вас работа. Да, пойдемте. Пойдем. Где же ключ? Это что, ваша? Моя, да. Не люблю только ее. О, нашла. А почему не любите? Да неудобная. Сиденья даже заднего нет. Бензина много ест. Mm. Кстати, надо заправиться. Хочу другую. Ну да. Лучше какую-нибудь большую, мощную, чтобы все боялись. А если я не хочу, чтобы меня боялись? Лучше уж пускай боятся, чем жалеют. Нет ничего хуже, чем быть жертвой. Маш, я что-то не то сказал? Все в порядке. Поехали. Давайте я вам помогу. Спасибо, я справлюсь. Нет, нет, давайте я все-таки помогу. Хорошо, тогда полный бак, пожалуйста. Хорошо. Мне все равно надо кое-что купить. Здрасте. 95-го на третьей колонке. Тихо, сиди, не двигайся. Что? Деньги давай быстрее. Деньги. Че, копаешься, давай быстрее. Да, сейчас, сейчас. Давай. Все хорошо, ты цела? Я, да, а ты не ранен? Не-не-не, все отлично. Надо было догнать тех уродов, они у тебя кошелек украли. Да ерунда, деньги. А их найдут, у меня запись на регистраторе, я в полицию позвоню.
Игорь, я вас так и не поблагодарила как следует. Спасибо вам. Не за что. Это была всего лишь зажигалка. Нет, но вы ведь побежали к машине, вы ведь этого не знали. А если бы это был настоящий пистолет, а если бы этот отморозок, он выстрелил, я вам очень благодарна. Не стоит благодарности, Мария Вадимовна. Мария Вадимовна? Вот как. Так это что, вы теперь меня боитесь? Я знаю, все как всегда. Боюсь? Нет. А мне кажется, вы боитесь. Ошибаетесь. Ладно, пускай. Как сказал мне один знакомый, лучше, чтобы боялись, а не жалели, да? Маш, постой. Все, зачем? Подожди, ну, прости. Я правда просто перенервничаю, понимаешь? Понимаю. Добрый вечер, Мария Вадимовна. Здравствуйте. Добрый вечер. Я Степан Свиридов, управляющий этой замечательной гостиницы. Добро пожаловать. Давно вас ждем. Добрый вечер. А где же ваш багаж? А это вот все, что у нас есть, мы ненадолго. О, зря. У нас такой прекрасный город. Хотите, устрою вам экскурсию? Нет, в другой раз. Куда я могу припарковать машину? А с той стороны здания у нас въезд на подземную парковку, и там можно оставить машину. Не люблю подземные парковки. А, понимаю. Оставьте здесь, мы сами отгоним. Я могу припарковать. А ключи оставлю на ресепшн. Спасибо. А вы голодная? Нет, нет, не голодная. Не хочется. Вы знаете, мы сейчас попали в такую передрягу. Пришлось разговаривать с полицией. Да, Толян? Нет. Я сегодня никак не могу. У меня важная встреча. Что? Жанна приедет. А вы где? Ладно, я приеду. Почему бы и нет? Жанна наша просто звезда. Да, она всегда была. Ничего. Вот только больная на всю голову. Помнишь, как она Баранова на уроке химии волосы подпалила? Так, может, за дело было? Да за какое дело? Посмотрели на нее косо? Списать не дали? Я хоть бы и сейчас стал ее жертвой. Мечтай, мечтай. Гарик вон, небось, до сих пор по ней сохнет. Кстати, ты звонил ему? Сейчас. Сейчас позвоню. Будет весело. Привет, Жанна. Привет, Игорь. Не волнуйся, это мой бывший одноклассник. Гарик! Гарик, да ладно! А? Мы думали, ты вообще не приедешь. Давай за встречу. Не, мужики, я за рулем, и потом я ненадолго. Да ладно, в какой-то веке приехал. Давай за встречу. Привет, пап. Что у тебя случилось? Нет, 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 нет. Все хорошо. Что хорошо? Я говорю, я в порядке. Да. Быстро домой. Домой, я сказал. Я сейчас пришлю за тобой машину. Папа, ну все уже случилось. Ты в порядке? Да, я говорю, я в порядке. Да, этих отморозков поймали. Деньги вернули. Это был игрушечный пистолет, да. Так, быстро домой. Папа, я тебя прошу, не волнуйся.
Ну не волнуйся, пап, но здесь есть кому обо мне позаботиться. Я пока о тебе забочусь. Я твой отец, я волнуюсь. Хватит. Папа, хватит. Я завтра все сделаю и завтра же вернусь домой. Нет, ты домой поедешь сейчас. Не надо со мной. Папа, я не ребенок. Знаешь что? Послушай. Что случилось? Ничего. Наша дочь повзрослела. Дерзит. А может, она влюбилась? Интересно, а он? В общем, надо девочке помочь. Полин, ты что, вообще в нее не веришь? Вадим, я умираю. А близость смерти позволяет смотреть на некоторые вещи трезво. Ей надо помочь. Ну, а чем ты занимаешься? Я смотрю, ты неплохо устроилась. Да, неплохо. Я работаю в компании «Монолит». Слышала про такую? Нет, расскажи. Ну, это, пожалуй, самая крупная в Москве девелоперская компания. Может быть, даже и в России. В нашем городе мы будем строить новый аквапарк, который будет самым большим в Европе. Я веду этот проект. То есть, получается, ты строитель? Нет, я юрист. А почему у такого крутого юриста такие недорогие часы? Да, недорогие. Зато настоящие швейцарские, а не китайская штамповка. Это мой жизненный принцип. Все должно быть настоящим. Ну тогда давай за принцип. Ну а ты чем занимаешься? Я врач. Токсиколог. Заканчиваю ординатуру в этом году. Пока еще не знаю, что будет дальше, но есть интересные предложения. Токсиколог. Это вроде специалист по ядам. Не только. В принципе, по отравлению. А теперь, как в старые добрые времена, белый танец. Девушки приглашают. Жанночка, пригласи меня. Илюх, прости. Понял. Удаляюсь. Танцуем? Доброе утро. Доброе. А я уж подумал, что ты мне приснилась. Хороший был сон. Это был не сон. Это сбылась моя детская мечта. Помнишь, в старших классах тебе кто-то подбрасывал записочки с дурацкими стихами? Угу. Пришло время признаться. Это был я. Тоже мне сенсация века. Так ты знала? Игорюш, все знали. Черт. Ты куда? Жанночка, я совсем забыл. Мне же на работу пора. Я же здесь в командировке. А мы с тобой увидимся вечером. А я сегодня вечером собиралась в Москву. А, ну тогда увидимся в Москве. Хорошо. Так. Держи. Пиши мне свой номер. А я сама тебе позвоню. Да? Точно? Точно. Привет. Привет. Торопишься? Да, проспал немножко. Что случилось? Нет, все хорошо. Что такое нервный? Вот, ключи от твоей машины решил лично передать. Спасибо. Подвезти тебя? Было бы неплохо. Я прекрасно понимаю вашу позицию. Полезная площадь действительно меньше кадастровой. Но и вы поймите нас. Договор аренды должен быть основан на документах.
Простите, вы меня слышите? Да. Извините. Значит, нужно вносить изменения в кадастр. Это долгая песня. Ну, ничто не мешает нам заключить договор аренды на основании заявки в земельную инспекцию. Землемерные работы все произведены. И если нету возражений со стороны города, то изменения в кадастр будут внесены автоматически. А уже по готовности мы допишем дополнение к договору. Ну что, заключение у нового юриста не хуже, только короче в полтора раза и воды меньше, а я это ценю. Ну, Малеев вышел за рамки своей компетенции, провел переговоры с замглавой администрации. Мы ему таких полномочий не давали. Но результат встречи-то хороший. А для нас это самое главное. А то, что вышел за рамки, ничего страшного. Парень старается, хочет себя проявить. Ну, старается, не то слово, из штанов прям попрыгивает. Да, Александр Сергеевич. Вадим Анатольевич, у меня плохие новости. Что с ней? Резкое ухудшение, нарушение центра речи. Я сейчас еду. Ирочка, меня не будет до конца дня. Извинись перед всеми, встречи отмени. Так, когда у нас встреча в администрации? Через 2 недели. Включите переговорную группу Малеева. Хорошо. Алина Андреевна, пожалуйста, проследите взглядом за моей рукой. Очень хорошо. Пожалуйста. Теперь, пожалуйста, посмотрите на этот рисунок. И пальцем покажите, что здесь лишнее. Замечательно. А здесь? Замечательно. Теперь, пожалуйста, по слогам повторяйте за мной. Маша. Маша. Тихо. Поля, все хорошо. Тише. Маша пришла. Тихо. Поля. Вадим Анатольевич, прошу вас, пройдемте. Все хорошо, мамочка. Все хорошо. Тихо. Все хорошо. Что, доктор, совсем плохо, да? Трудно сказать. Ваша разновидность рассеянного склероза практически не описана. Полина Андреевна все понимает. Логическое мышление не нарушено. Что нам делать? Полине Андреевне нужен покой. Полное отсутствие негативных эмоций, свежий воздух и близкие люди рядом. Анатолич, здравствуйте. Здравствуйте. Полина Андреевна, дорогая, с приездом. Здравствуйте. Проходите. Ну, как вам здесь? Идеально. Да мы здесь бываем с наездами. Дом небольшой, но для постоянного проживания есть все необходимое. Так что поживем здесь, в Рощино. Давайте я вам помогу, Полина Андреевна. Анна Петровна. Простите. Вадим Анатольевич, времени осталось не так много. Вы нашли донора? Мы над этим работаем. А мне, пожалуйста, мидии под голубым сыром. Тартар из тунца. И скажите, а у вас лобстеры свежие? Еще живые. Выберите сами.
Гаряш, выберешь мне лобстер? Конечно. Только себе закажу. Я буду зеленый салат и стейк рибай. Какая прожарка? С кровью. Возьмешь с кровью, я у тебя кусочек покушу. Хорошо, пусть будет с кровью. И еще нам нужно вино. К лобстерам рекомендую вам бандоль Розе Шато Прада 2012 года. Необычное сочетание, но вам понравится. Нет, мне кажется, что 2012 год не очень удачный для Прованса. Поэтому давайте Шабли и Премье Крю 2011. Хороший выбор. Так, еще десерт. Десерт, наверное, мы закажем позже. Спасибо. А я думала, ты за мной на машине приедешь. Это была не моя машина. Корпоративная. Но через год у меня будет такая же. Ловлю тебя на слове. Ну что, пойдем выбирать лобстер? Пойдем. Спасибо. Ну что? Поздравляю! Взаимно! Дорогие друзья, мы в кратчайшие сроки согласовали условия договора и вышли на его подписание. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем также плодотворно сотрудничать. Со стороны администрации мы обещаем вам полную поддержку. Прекрасно! Ну, а сейчас по русскому обычаю, Ирочка, пожалуйста, праздновать будем вечером, а сейчас в рабочем порядке по бокалу, так сказать, чтобы чернила на договоре закрепить. Ну что, молодец, хорошая работа. Спасибо, Вадим Анатольевич, я не подведу. Папа! Что случилось? Мне мама звонила. Что значит, мама звонила? Звонила, она произнесла мое имя, несколько слов еще. Вполне разборчиво. Мне кажется, папа, что вручено ей лучше намного. Может быть, даже она поправится? Дочка, ты все понимаешь. Давай не будем питать лишних иллюзий, хорошо? Я к ней поеду. Подожди меня. Через полчаса все закончится, поедем вместе, хорошо? Хорошо. Привет. Привет. Поздравляю тебя с подписанием. Тобой все очень довольны. Спасибо. Ты тоже большая молодец. Твоя работа? Да, нравится? Очень. Прости, мне надо поговорить. Конечно. Да. Привет. Привет, дорогой. Слушай, вот купила тебе по дороге кофе, но так долго ждала, что сама выпила. Какой сюрприз. Надеюсь, приятно. Конечно. Вот приехала посмотреть, где ты трудишься. Пойдем покажешь мне кабинет. А паспорт у тебя с собой? Нет. Но ты же можешь сказать, что к тебе приехала девушка и меня пропустят. Нет, даже после этого не пропустят. У нас с этим строго. И что же мы будем делать? Как ты собираешься искупить эту оплошность? Ну, а чего бы ты хотела? Я бы хотела, чтобы мы поехали сейчас меня кормить в ресторан. Тут есть недалеко хороший. А потом к тебе. Что? Деньги давай быстрее. Да, 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 деньги, деньги. Что, ты как больше? Сейчас.
Не волнуйтесь. Сядут надолго. Я лично проконтролирую. Да. Игорь Николаевич, это кредитный менеджер из банка. Ваш ипотечный кредит одобрен. Решение об одобрении действует в течение 3 месяцев. Но если вы не уложитесь в покупку квартиры в этот срок, я думаю, вам без проблем продлят одобрение. Хорошо. Я думаю, что я успею. Спасибо. Всего доброго. Извини. Это из банка звонили. Мне одобрили ипотечный кредит. Ну, я поздравляю тебя. А ты присмотрел уже квартиру? Ну, у меня есть пара вариантов. А можешь выбрать? Конечно. Ну, во-первых, важно, чтобы рядом с домом был парк. Да, там я буду бегать. А еще надо, чтобы рядом было метро. Зачем метро? Я не буду ездить на метро. У нас должна быть машина. У нас? Конечно. Мы же будем возить детей в детский сад, в школу. Это ты мне сейчас предложение сделала? Нет. Просто наметил вектор. Да, кстати, я на днях видела платье. А как ты смотришь на то, чтобы после ужина пойти, я бы его примерила для тебя? Вызови мне такси. Почему-то не хочешь остаться? Игорёш, каждой женщине нужны свои вещи и свои мелочи. Мне так удобнее. Ну, а почему ты не хочешь со всеми вещами и мелочами переехать ко мне? Куда? Сюда, в твою съемную эту хату? Я скоро куплю новую. Вот купишь, тогда я перееду. Любишь меня? Да. Это был не вопрос. Игорь! Добрый день. Владимир Анатольевич. Я сразу к делу. В общем, нам поступило предложение об инвестировании в строительство гостиницы. Я хочу, чтобы вы подключились к этой работе. Спасибо за доверие. Я сделаю все, что могу. Частые командировки не пугают? Нет. Прекрасно. Это первое. Второе. Я вас не поблагодарил за то, что вы спасли мою дочь? Да я, в принципе, ничего такого и не сделал. Пистолет-то был не настоящий. Подонки зато были настоящие. Без вас Маша бы не справилась. Так что спасибо. Еще. У меня личное к вам дело. После этого события Маша хочет взять несколько уроков самообороны. Я читал ваше резюме. Вы же чемпион по боевому самбо, правильно? Да, московский чемпионат бронзы. Ну вот, если вам не сложно, вы могли бы дать ей несколько уроков? Я понимаю, это не ваша работа, но я вам доверяю. Самое главное, Маша вам доверяет. Да, конечно. Спасибо. Я ваш должник. Кстати, у нас сейчас в зале. Сможете сейчас? Да. Разумеется, я буду оплачивать это отдельно. Большое спасибо. Совсем свалила. Нет пока, но скоро. Я мою квартиру покупает. Да ладно. А что, где-то тут у нас в Реутове? Ой, а ты рада была бы, если бы в Реутове. Тоже мне предел мечтаний. Нет?
центре Москвы с видом на Кремль. Извините, пожалуйста, ваше высочество, куда нам холопом до вас? А может, все-таки снизойдете и поможете полы помыть? А это больше не для меня. Ты же хотела взять несколько уроков самообороны. Я, как лояльный сотрудник, не смог ему отказать. Слушай, это уже слишком. Ты меня, конечно, извини, но папе ведь не объяснишь, что... Что? Что принцессе нужна новая игрушка? Что ты сказал? Проходи. Папина дочка. Ну вот, видишь, как полезна спортивная злость? Ну, будем считать, что первый урок окончен. Может, руки мои отпустишь? Нет. Подожди. Так нельзя. Нет, все так, просто дело во мне. Маш! Маш! Маш, подожди. Оставь меня, пожалуйста. Подожди, дай мне сказать. Что? Ты все сказал, все ясно, я тебе не нравлюсь. Маш, ты мне нравишься, ты замечательная. Конечно, я замечательная. И дело не в тебе, дело во мне, все ясно. Здравствуйте, Мария Вадимовна. Здравствуйте. Маша, пожалуйста, давай поговорим. Мне надо переодеться. Моя любимая. Старался. Ты с ним поговорил? Поговорил. Ну? Ну, не нравится мне все это поле, не нравится. Поверь мне, что так будет лучше. Угу. Он умный парень. Он сразу все понял, как только я сделал ему это предложение позаниматься. А Машка, ей каково потом будет? Потом, когда все кончится, у Маши будет семья. Семья – это самое ценное. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Анна Петровна! Анна Петровна! Ноги. Я здесь. Лазареву звоните, звоните быстрее! Господи, тихо, тихо, да, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Такое, к сожалению, бывает. Вы, главное, не волнуйтесь, я уже еду. Ну, что нам-то теперь делать?
Я Полине Андреевне оставил таблетки. Они разложены в блистере по времени. Дайте ей одну из ячейки вечер. Ага. Анна Петровна в спальне, в блистере, в ячейке. Да. Вечер. Да, да. Таблетка. Да. Принесите, пожалуйста. Я сейчас. Да. Ну, я все понял. Да, спасибо, Александр Сергеевич. Ждем. Я уже подъезжаю. Ага. До свидания. Ночь, ночь, ночь. 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 Ну, как ты? Вот, Полиночка. Вот, а лучше? Вот, держите. Интересно, как там наша девочка? Наша девочка сейчас очень хорошо. Я уверен. За ней там присматривают. Ну вот почему ты в нем так уверен? Ну кто он, а? Пришел ниоткуда, втерся в доверие. Ладно, к Машке. Тебя-то он чем так взял? Черт его знает. Может, тем, что на меня в молодости похож. Тоже молодой, голодный. Я тоже все бы тогда дал, чтобы вырваться из нищеты. Ты, главное, к нему не привязывайся. Очень сильно. Поль, а может, мы не правы, а? Может, у них и так все сложится. Давай парню шанс дадим. Вот ты сейчас что такое говоришь, а? Семья – это ты, я и Маша. Он тут ни при чем. Ты увидишь, этот Игорь еще себя проявит. Таким, как он, только одно нужно зацепиться. Да не за это убить, а котов. Что с ней, а? Пульс нитевидный. Что она принимала? Ну, как вы сказали, таблетку. Какую? Принесите блистер. Давайте, сейчас. Жан! Ой, что в твоей деревне вообще стучаться не учили? Да ладно, что ты взъелась-то? Я просто выходить собиралась, думала, может, тебя подкинуть. Не надо меня никуда подкидывать, я на работу не пойду. Слушай, ты б завязывала со своими прогулами, а? То вытурят тебя с работы, чем за квартиру платить будешь? А если все по плану пойдет, мне вообще за нее не надо будет больше платить. Ой-ой-ой! Вот. Я сказал вечер. Вы ее чуть не убили. Вы уже сказали, Владимир Петрович, вы сказали, что... Но... Пошло вон, но... чтобы через час ноги твоей в доме не было! Вон, я сказал! Вадим. Оль. Вадим. Александр Сергеевич. Да? Я... Ног не чувствую. Маш. Маш, ну посмотри на меня. Я лучше пойду. Послушай, я не хотел тебя обидеть. Что? Я тоже хотел тебя поцеловать, но так нельзя. Да. Сядь, пожалуйста, мы привлекаем много внимания. Это из-за папы?
А ты можешь не волноваться, я уже взрослая, мне не надо спрашивать у него разрешения. Послушай, Маша, это все... Ответь. Да. Приветик, Игоречек. Скучаешь по мне? Я сейчас не могу разговаривать, я занят. Секундочку. Я просто хотела сказать, что тебя вечером ждет подарок. Хочешь, пришлю тебе фото? Послушай, давай позже созвонимся, да, я сейчас на встрече. Что? Ну, нет, что-что-что? Нет, этого не может быть. А кто это у тебя там? Это радио. Так, хорошо, я сейчас приеду, пап. Что случилось? Папа звонил. Мама парализовала. Мне надо срочно к ней в больницу. Так, подожди, я с тобой. Нет, я сама. В таком состоянии я тебя одну не отпущу. Тебе нельзя за руль. Я отвезу. Стабильно. Можно к ней? Можно. Как прошло занятие? Хорошо. Маша молодец, делает успехи. Можно сказать, что она свалила меня с ног. Да, это она умеет. Все обмать. Как ваша супруга? У нее рассеянный склероз, редко неизученной формы. Так что по сравнению с тем, что было утром, чуть лучше. Сочувствую. Игорь, у вас еще дела ведь вовсе? Вы возвращаетесь, Маша, и потом привезу. Хорошо. Спасибо. До свидания. Привет. Жанна, ну прости, что я вчера бросил трубку. Я к тебе по делу. В продаже появилась квартира нашей мечты. Смотри. Итальянская сантехника, паркетная доска. Ребята делали ремонт под себя, но пришлось срочно продавать. Тут метро в 5 минутах, бассейн. А вот такой вот вид на парк. Красиво. Угу. Квартира хорошая, поэтому надо брать быстро. Я ее застолбил до вечера, но мне надо на работу. Посмотришь? Посмотрю. Ну, отлично. Если тебе понравится, я съезжу в банк, возьму деньги и внесем залог. Агенту я дал твой номер, она с тобой свяжется. Умеешь же ты, Игорюш, удивлять. Переходим к следующему вопросу. Поскольку мы не можем размещать кинотеатр выше 2-го этажа, нам необходимо пересмотреть дизайн проекта. А разве закон уже принят? Нет, но все к этому идет. Кроме того, по правилам техники безопасности... Привет. В вестибюлях торгового центра нельзя размещать никаких торговых... Как мама. Поэтому для... Пока все стабильно, сегодня должны выписать. Нужно предусмотреть место в нише. А мороженое, напитки? Говорю же, никаких торговых точек. По правилам пожарной безопасности... Твоя девушка была? Все проходы должны быть свободны. Так что у нас возникнет... В телефоне. Красивая. Маша, это все очень непросто. Да все нормально. Ну ты что, мы же взрослые люди. Просто надо было раньше сказать. Игорь Николаевич, включитесь, пожалуйста. Да, простите. Я сегодня же встречусь и проведу беседу с субподрядчиком. И на основании этого разговора мы сможем выработать решение. Замечательно. Вот мы и дома. Александр Сергеевич сказал, что все будет хорошо. Чувствительность постепенно восстановится, так что будешь гулять по садику. Я и помощницу тебе уже новую нашел. Она скоро должна подъехать. Полина Андреевна, Полина Андреевна, ну простите. Вы что тут делаете? Я же сказал, что вас тут не было. Умоляю, простите, но я не знаю, как это получилось, правда. Перепутала, Полина Андреевна. Полина Андреевна, я же столько лет у вас. Я умоляю вас, Полина. Мне что, охрану вызвать, да? Вадим, подожди. Доктор же сказал, что все поправимо. А на ее месте любая бы испугалась. Это ее не оправдывает. Да она 20 лет с нами. Она как член семьи уже. А семью надо беречь. Ладно.
Делайте, что хотите. Но, Анна Петровна, малейшая ошибка, да. И никакая Полина Андреевна вам не поможет. Понятно? Да, клянусь, больше вас никогда не подведу. Никогда. Ладно. Я побежал на работу, Поленька. Все. Да. Звоните сразу. Да, да. Вадим Анатольевич, я позвоню обязательно. Голубушка, спасибо вам. Спасибо, вы святая. Привет, Жанна. Ну что, ты позвонила риэлтору? Нет, Игорюш, я не стала. Ты не сказал мне самого главного. Это квартира за МКАДом. Ну и что, это очень хороший вариант. Для кого хороший? Для тебя, может, и хороший. Но не для меня. Я для того приехала в Москву, чтобы жить за МКАДом. Поэтому заработай на что-нибудь получше. Игорь, ты уже домой? Нет, мне надо кое-куда еще съездить. Хочешь, могу тебя подвезти. Не надо, это далеко за МКАДом. Ничего страшного, я как раз вечером не занята. Хорошо. Жанка, вот я, если честно, вообще не понимаю. Ты на самом деле такая дура или прикидываешься? Какая разница, за МКАДом, не за МКАДом? У тебя пока что вообще никакой квартиры нет. Но будет. И у него тоже обязательно все будет хорошо. А он еще мне спасибо скажет и на руках будет носить. За то, что я его так правильно мотивировала. Я только замечу, что он на тебе еще не женился, а ты его уже мотивируешь. Не боишься, что он тебя просто-напросто бросит? Не боюсь. Я мечтаю его жизни. Поехали. Игорь, я хотела сказать, это важно. Ты мне нравишься? Это глупо отрицать. Маша. Подожди, я хочу сказать. Я знаю, что у тебя есть девушка. И я бы никогда не стала встречаться с тем, кто занят. Я хочу быть единственной. Понимаешь? Такая вот я эгоистка. Маша, это не эгоизм. Неважно. Важно то, что мы не можем быть вместе, но мы можем быть друзьями. Игорь Малеев. Согласен ли ты быть моим другом? Мария Талицкая, я согласен. Ну, пойдем? Пойдем. И для кого это мы тут такая наряжаемся? Для кого, для кого? Для Игорёши. Ты ж его вроде так и читала. Трубку бросила. Это был кнут. Теперь будет пряник. Сладкий. Ну, ты стерва. Учись, пока жива. А куда, интересно, вы намылились? Не знаю, пока он не звонил. То есть он еще не звонил? А ты уже вся прям такая наряжаешься. Он позвонит. Я Игорёшу знаю. Ну что, молодые люди, определились? Нам еще нужно немножко посоветоваться. Только советуйтесь быстрее. Такие квартиры быстро уходят. Алло? Я поняла. Ну что, тебе какая больше нравится? Вы по поводу какой квартиры? Мне та, которая с видом на парк. Конечно, во второй ремонт получше, но вид из окна на дорогу. А вы хорошо, то ощущение, как будто ты за городом. А тебе? Да, мне тоже та, что с видом на парк. Значит, ее и возьмем? Угу. Мы определились. Мы берем ту, что с видом на парк. Молодые люди, вынуждены вас огорчить, но квартиру только что продали. За нее уже внесли залог. Как? Поэтому советую вам не медлить и брать второй вариант. Ну что, берем? Берем? Мы берем. Вы такая милая пара. А мы не пара. Да это моя невеста шутит. Просто она еще не привыкла к своему новому статусу. Спасибо вам большое, мы обязательно несем залог. Да, обязательно завтра утром, не позже. Все, всего доброго, до свидания. Спасибо, что подыграла. Должна была приехать моя девушка, но не приехала.
Почему? Сказала, что не хочет жить за МКАДом. Какая разница? Главное, чтобы район был хороший. А здесь и парк рядом, и бассейн, вид из окна прекрасный. Я бы с удовольствием здесь жила. То есть ты бы бросила свой замок и переехала бы в шалаш? Игорь, у тебя какое-то очень превратное представление о том, как я живу. Я не живу в замке. И мне важно не где, а с кем. Да. То есть ты хотела бы жить отдельно? Конечно. Просто сейчас не самое лучшее время. Мама очень сильно болеет, а... Вообще, да, я бы хотела свою семью, и детей, и дом. И пускай это будет не замок, но он будет мой и моего любимого человека. А ты чего хочешь? А я хочу ту квартиру с видом на парк. Так почему ты за нее даже не поборолся? Твоя девушка? Ну, ответь. Ты знаешь, ты права. Если что-то нравится, за это стоит бороться. Сейчас попробую подогнать агента и уговорить ее. Подождать тебя? Нет, не надо. Если поеду на метро, еще успею в банк. Тем более метро здесь. Да, 5 минут. Я запомнила. Ладно. До завтра? До завтра. Жанна, объясни мне, что происходит? Я попросил тебя съездить посмотреть квартиру, а вместо этого ты позвонила агенту и отменила встречу, даже не посоветовавшись со мной. Игорюш, я так рада, что ты пришел. Я так соскучилась. Подожди, я хотел поговорить. О чем? Да не нужна тебе эта однушка за МКАДом. Ты достоин лучшего. Ты считаешь? Конечно. Ты достоин всего самого лучшего. Ты достоин лучшей квартиры. Достоин лучшей машины, лучшей работы и самой лучшей женщины. Жанна, послушай. Нет. Так, подожди, давай не сейчас. Почему? Потому что я не для этого приехал. А для чего? Поговорить? Хорошо, давай поговорим. Говори. Я смотрел эту квартиру, она мне понравилась. Игорюш, однушка за кольцом – это клеймо лузера. Это печать замкадыша на лбу. Ну, господи, ну, можно жить в любой халупе. Только район должен быть хороший. Ну, как ты этого не понимаешь? Завтра же я внесу за нее залог. Ладно? Ну, хорошо, хорошо. Для начала можно и в ней пожить. Для начала чего? Нашей совместной жизни. Я думаю, тебе стоит хорошенько подумать, нужен ли тебе рядом человек с клеймом замкадыша на лбу. Результаты анализов у меня будут завтра, но клиническая картина имеет устойчивую положительную динамику. Спасибо. Антон. Полина Андреевна, куда поедем? В сад, на веранду? Давайте я вас к лифту отвезу. Я хочу побыть здесь. Разберу старое фото. А то раньше все не было времени. Прекрасно. Речь практически восстановилась. Ну, теперь насчет второго пункта. Так, пройдите в кабинет. Полина Андреевна, я на кухню. У меня там борщ. Если понадоблюсь, зовите. Ну,
Мы еще раз все проверили, совместимость идеальная. Прекрасные новости, Александр Сергеевич. Но лучше не медлить. Максимум года начнутся необратимые изменения. Лучше все сделать до этого. Делаем все возможное. Пожалуйста. Анна Петровна! Анна Петровна! Не могу найти ножницы. Что вы сказали, Полина Андреевна? Я сказала, не нужно облизывать ложку. Сколько можно повторять? Вы кормите нас своими слюнями. Простите, это случайно. Вадим Анатольевич ясно сказал. Еще один раз и вон. Извините, больше не повторится. Если нужно попробовать. Да. Чистой ложкой и один раз. Вот. Не волнуйтесь так, Полина Андреевна. Вам нельзя нервничать. Побудьте здесь. Побудьте. Я вам сейчас ножницы найду. Привет. Привет. Это мне? Тебе. По какому поводу? Разве нужен повод? Друзьям, да. Нет, как раз друзьям не нужен. Но повод все-таки есть. Дай угадаю, ты купил квартиру? Да. Вид на парк мой. Поздравляю. Спасибо. Она просто не смогла отказать такой милой семейной паре. Ну, надеюсь, твоей девушке понравится. Спасибо за цветы. Игорёш. Прости, пожалуйста, меня. Я знаю, как ты хотел эту квартиру, но я звонила с утра агенту. И что он тебе сказал? Что квартиру купила уже другая семейная пара. Ну ты не волнуйся, пожалуйста, не злись, милый. Мы обязательно найдем другую квартиру, какую только захочешь. Даже за МКАДом? Где угодно. Ведь важно не где, а с кем. Ну, хватит на сегодня. Давай, ложись спать. Вадик, да я не засну, пока она не вернется. Ложись, я дождусь, поговорю с ней. Анна Петровна. Полина Андреевна, голубушка, поедемте спать. Чего зря волноваться? Маша взрослая девочка. Вот вы что вы говорите, а? Маша, она дитя, несмышленая. Да с ней случится, может, все что... угодно. Явилась? Папа напугал. Это ты нас напугала. Ты знаешь, сколько время? Где была? А что, у нас теперь комендантский час? Так, будешь разговаривать со мной подобным тоном, я тебя устрою комендантский час. Где была? Гуляла. С кем? С Игорем? Я взрослая, папа. С кем хочу и где хочу гуляю. Маша! Подожди. Ты пойми, я просто за тебя волнуюсь. А что, Игорь, тебе не нравится? Не подходит мне. Почему? Он неплохой парень. На работе у него все получается. Тебя спасает. Почему не подходит? Подходит. Но ты можешь не волноваться, мы просто друзья. Машенька, давай договоримся так. В следующий раз, если ты будешь задерживаться с друзьями, предупреди, хорошо? Мама очень волнуется, хорошо? Хорошо, папа, хорошо. В следующий раз я обязательно предупрежу. Но ты тоже пойми, мне хоть иногда нужно побыть одной, хоть иногда. Устала, спать хочу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Рогов. Семен Борисович, не разбудил? Да нет.
Ну, извини. Слушай, завтра с утра за Машей. Проследи, с кем она, куда ездит. А то что-то много секретничать она стала. Понял. Я совсем забыл, у меня встреча в совете директоров. Игорюшенька, это мне? Игорь. Так, все, Жанночка, я опаздываю. Некогда. Все, пока. Люблю тебя. Машенька, доброе утро. Здравствуйте. Привет. Привет. Отлично выглядишь. Спасибо. Я веду семинар по гостиничному дизайну в малой переговорной. Что за семинар? Для студентов, пятикурсников. У нас несколько человек проходят практику в компании. Вот. Хочешь, приходи. А во сколько? В 5:30. Хорошо, я приду. Отлично. Ну, тогда до встречи. До встречи. В гостиничном дизайне нужно определиться, как должны себя чувствовать ваши гости – уютно или шикарно. Конечно, это деление условно, но все-таки. В каждой из этих концепций вы должны тщательно продумать каждую деталь. Размер помещений, освещение, интерьер – каждая мелочь играет важную роль. Перейдем к примерам. Здравствуйте. А мне нужно к Малееву из юридического. А вам пропуск заказан? Нет. Тогда вам нужно будет ему позвонить, чтобы он спустился и вас встретил. Ага. А можно я его подожду? Все-таки уже конец рабочего дня. Да, конечно, на диванчике вон там можете присесть. А, спасибо. Спасибо большое, Дана. Да, я тогда буду ждать. Все, все, на связи, все. Давай, действуй. И в завершение, на самом главном, за все, что вы придумаете, все, что вы нарисуете, заказчик будет платить деньги. Поэтому в интерьере даже самой дорогой гостиницы вы должны понимать, что должен присутствовать баланс между красотой и функциональностью. Для клиента лучший дизайнер – это тот, кто к интересному проекту приложил разумную смету. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Ну, как? Понравилось? Да. Очень. Ты такая другая. Я не знал, что ведешь семинары. А я в первый раз. Коллега заболела, попросила меня ее заменить. Да, так и не скажешь. Так уверенно держалась. А это потому, что я теперь не боюсь того, что делаю.
Может, они действительно друзья? Не думаю. Что прикажете делать? Продолжайте наблюдать. Привет, милая, ты где? Я сейчас занят. Заедешь вечером? Надо поговорить. Хорошо, дорогой, я тебе... Пожалуйста. Да? А чья здесь только что красная машина стояла? А вам зачем? А мне кажется, она только что помяла мне крыло и уехала. Машина Марии Вадимовны Талицкой. Вы не волнуйтесь, у нас камера все записывает. Талицкая. Знакомая фамилия. Это дочь генерального. А вам пропуск заказали, вы же Камалеев. Да. Только Камалеев уже ушел. О чем ты хотел со мной поговорить? Послушай, Жанна, я... О том, что у тебя другая женщина? Да. И в связи с этим нам нужно расстаться. Нет, я правда рад, что мы встретились. Сбылась детская мечта. Но я рада за тебя. Послушай, да все не так. А как? Ну... Предложи мне чаю, не знаю, напоследок. Послушай, я бы хотел, чтобы все было по-другому, понимаешь? Но все и так, как есть. Я полюбил другую женщину, все. Дочку генерального. Ты знаешь? Машину ее узнала. Корпоративная, значит. И давно у вас это? Как только это стало серьезным, я тебе сообщил. Вещи я твои собрал, а не в комнате. Какие вещи? Зубную щетку? Сахар есть у тебя? Есть. Ну, я тебя понимаю. Правда? Конечно. Если бы мне так посчастливилось, спасибо, прорваться в высшее общество, я бы вообще по трупам пошла. Вообще наплевать было бы на всех. Тем более, если бы для этого всего лишь нужно было спать с отпрыском генерального, который похож на серую мышь. Не смей так про Машу. Слушай, ну что ты не нашел? Ну скажи мне, ну кроме денег, ну чем она лучше меня? Маша всем лучше. Мне что-то нехорошо, тебе надо уйти. А что с тобой? Голова кружится? Да.
Слушай, так я же врач, давай я тебе помогу. Не волнуйся, пойдем, я проведу тебя, тебе надо лечь. Кровь никакого, ладно? Игорь, все хорошо. Все хорошо, не волнуйся, сейчас тебе станет лучше. Идем, идем, идем. Сейчас ты ляжешь, все окей. Так, не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся. Да, конечно. Листы пришли. Здравствуйте. 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 Смотри, Машка совсем красотка. Вот что значит правильный макияж. Это, детка, не макияж. Это любовь. Очень-очень. Здравствуйте. О, здравствуйте. А Малеев на месте? Нет, не приходил сегодня и не звонил. Спасибо. Пожалуйста. Да, Маш. Привет, ты где? Что-то случилось? Да нет. Просто проспал. А ты в порядке? Да вроде да. Точно, я волнуюсь. Слушай, ты не волнуйся, я... Я через час уже буду в полном порядке, я просто приболел. Ладно. Напарник, но если что, ты знаешь, я тебе прикрою. Хотела тебя спросить кое-что, можно? Можно. Главное, что это не случилось. У нас вечером... Небольшой семейный праздник. Хотела тебя пригласить. Придешь? Приходи, пожалуйста. Я обязательно приду. Отлично. Отлично. Целую. Целый день в кровати лежишь. Вставай уже. Не хочу. Я тебе, между прочим, говорила, что не надо на мужика раньше времени наезжать. А ты все не денется, не денется. Вот и делся, извини, конечно. Не в этом дело. У них это давно. Он в нашу первую встречу на ее машине приезжал. Ты что хочешь сказать, да? Что? Он клеит дочку генерального, а в свободное время приезжает ко мне поразвлечься. Вот же сволочь. Слушай, а может оставить все как есть? Ну, пускай он женится на этой, а тебя в качестве любовницы оставит. Ты уж точно будешь не в накладе. Нет. Я с ним уже попрощалась. Ну, как знаешь. Слушай, я в магазин собиралась. Можешь тебе принести чай? О, а вон и молодежь. Оль, я прошу тебя, будь с ним по-ласки, ладно? Он неплохой парень. Хочешь зятя? А почему бы нет? На работе у него все отлично, да и Машке нравится. Вон, посмотри, у девчонки как крылья выросли. Я вижу. Это гормоны. Мне кажется, и он Машу любит. Любит? Да. Машу? Угу. Ты иллюзий не питай. Машу любим мы с тобой, а он любит твои деньги. Ну, здрасте, здрасте. Мам, хочу тебе представить, Игорь. Очень приятно. Очень приятно. Полина Андреевна. Полина, я больная, но не старая. С папой вы знакомы?
Угу. Вадим Анатольевич. Между прочим, раньше тебя заметил. Угу. Наслышаны о вас, Игорь. И рада видеть. Так, объясняю правила жизни в этом доме. Как отец, я, конечно, рад, что моей дочери такой друг. Как генеральный директор, предупреждаю, поблажек по работе не будет. Пахать будешь больше, а спрос будет строже. Понятно? Понятно. Так я пахать не боюсь, вы же знаете. Тогда с официальной частью покончено. Держи. Пойдем. Ага. Дорогая наша дочь, мы с мамой поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья, здоровья. Остальное, как говорится, скупим. Маш, почему ты не сказала, что у тебя день рождения? Я приехал без подарка. Ничего страшного. Главное, свой подарок я уже получила. Ну? Да. Спасибо. Жан? Жанка, ты как, встала? Вкусно. Старался. Машенька, на самом деле у меня есть для тебя подарок, но я надеюсь, что это подарок не только для тебя. Значит. Жанночка, Жанна, только ты, пожалуйста, не умирай! Черт побери! Полина Андреевна, Вадим Анатольевич, я прошу руки вашей дочери. Мама? Алло, скорая! Тут человеку очень плохо! Оля. Она без сознания. Звони Лазарю, быстрей! Оля. Что на меня так смотришь? Ничего. Радуюсь. Вот уже 2 месяца и 9 дней я каждую секунду радуюсь. Ой, ну что же вы меня не дождались-то? У меня же пирожки горячие. Вам ни в какой французской пекарне таких не подадут. Так, а вот это, Игоречек, вам на работу с собой. Ваши любимые, не знаю какой. Ну, в общем, с вишней и с творогом. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо, Анна Петровна. На здоровье! Что это такое? Я знаю. Но сейчас мы не можем уехать и жить отдельно. Пока мама очень больна, я должна быть рядом с ней. Я понимаю.
Да, Анна Петровна, она старенькая, она болтливая, она сует свой нос не в свои дела, но она часть нашей семьи. Как говорила мама, семья – это самое главное. Маш, понимаешь, я хочу, чтобы мы уже стали одной семьей. У тебя прекрасные родители, но это их дом. Понимаешь? И я здесь никто. Игорь, ты любовь всей моей жизни. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. А я, знаешь, как этого хочу? Я хочу этого больше всего на свете. Но сейчас... Сейчас мы не можем. Не можем волновать маму. Ты вспомни, что было на моем дне рождения. Давай, пожалуйста, давай немножко подождем, когда я стану намного лучше. Сейчас ее нельзя тревожить. Хорошо, как скажешь. Хорошего тебе дня. Спасибо. Мам! Ты ему что сказала? Нет, я еле удержалась. И не понимаю, почему нельзя. Я не верю в эти приметы. Давай сначала во всем убедимся. Ты знаешь, что ты у меня не сразу получилось. Я потеряла две беременности. Два первых месяца. Самое опасное. Мама, я даже представить не могу, как это ужасно. Но я знаю точно, что у меня все будет хорошо. И у тебя скоро будет внук. Или внучка. Или внучка. Сохранил за собой блокирующий пакет. Вы намерены принимать участие в управлении деловым центром? Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Спасибо. С нами был Игорь Малеев. Гарик, привет. Да, это Толик. А, Толик, как дела? Да нормально, спасибо. Я тут только что тебя по телеку видел. Круто, поздравляю. Спасибо. Я слушай, я что звоню-то? Мы тут решили собраться все. А, в школу зайти. Ты как, сможешь приехать? Слушай, сейчас очень много работы, поэтому не знаю. Может, постараюсь вырваться. Ну ты уж сильно постарайся. А, и вот еще что. Тут никто Жанну нашу не может найти. Ты случаем не знаешь, где она? Нет, Толь, не в курсе. Ну она ж тоже в Москву приехала. Москва большая, я с Жанной не общаюсь. Ну все равно, ты поищи там, посмотри, где она. Ладно. А то все волнуются, она с радаров пропала. Сделаешь? Сделаю. Пока. К сожалению, пока никаких изменений нет. Нужно наблюдать за развитием ситуации. Так, может, повторить анализы? Вадим Анатольевич, я все проверил. Картина очевидна. Пока ничего нового. Наберитесь терпения. Легко сказать. Мы об этой болезни почти ничего не знаем. Но другого выхода у нас все равно нет. Значит, все наши хлопоты могут оказаться напрасными.
Явился. Здрасте. Жанна дома? А вы ничего не знаете? Нет. Так ее нет, она умерла. Что? Как умерла? Когда? Еще месяца два назад покончила с собой. Отравилась. И сделала она это, между прочим, из-за вас. Почему из-за меня? Что, какая-то предсмертная записка была? Нет. Записки не было. Только я очень хорошо помню, как вы ее бросили, как она по этому поводу переживала и как потом наглоталась таблеток. Главный виновник. Почему виновник? Почему, почему? Видели тебя, видели. В деловых новостях. Молодец. Хорошо держишься. Отличная новость, Игорь, это правда? Какая новость? Нет, подождите. То есть то, что он новый член экспертного совета, для него не новость. Молодец, быстро освоился. Но предупреждаю, командировки никто не отменял. Этот проект для нас очень важен. Сделаешь его, пойдешь в гору. Даю тебе шанс. Спасибо. Я не подведу. Не сомневался. Так, официальная часть закончена. Все к столу. Так. Так, дорогая. Предлагаю выпить за новую должность нашего героя. Ура! Подождите, я хочу сказать тост. Игорь, дорогой, официально, да, очень? Милый мой, я тебе очень благодарна. Ты изменил мою жизнь. Правда, я никогда не была еще так счастлива. Мам, пап, я не хочу сказать, что мне было плохо. Мне было хорошо, но... Но просто сейчас я каждое утро просыпаюсь, и мне радостно. Мне радостно, потому что ты... Маш! 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 Маша! Ну что, это точно? Да. Я на УЗИ сегодня ходила, и никаких сомнений, у меня 6 недель. Ты рад? Очень. Я очень рад. Я... Мария Талицкая. Выйдешь за меня замуж? Маш, очень твердый пол, больно стоит. Да, 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 конечно, да, да. Ну все. Секрет раскрыт. Может, оно и к лучшему? Вадим. Если они поженятся, это будет огромная проблема. Этого не должно произойти. Ты меня понял?
Малеев слушает. Гарик, мерзавец, ты на 10 лет не приехал. Ну, ё-моё, а. Толян, прости, я... Я в командировке, я тут полгода уже живу. Потом приеду. Ловлю на слой. Тебе общий привет. А. Жанна, кстати, тоже не приехала. Ты ее нашел? Нет, Толян, не нашел. Должен посылать его как можно дальше и как можно чаще. Ну, куда уж чаще. Он и так почти дома не бывает. И прекрасно. Главное, чтобы Маша его забыла. Поля, сейчас такие средства связи, ну как она его забудет, а? Не важно. Важно, чтобы она помнила. Семья – это ты. Я и она. А этот Игорь где-то там. То ли есть, то ли нет. Так, значит, вот смета. А вот это фактические расходы нулевого цикла. Объясните мне, почему? Через месяц после подписания сметы у нас расходы выросли в полтора раза. Как такое может быть? Там... Сложный рельеф местности, вот. Так а что, месяц назад был другой рельеф местности? Ну что, землетрясение было? Значит так, господа, в течение месяца вам нужно привести все расходы в соответствии со сметой, иначе у меня будет другой подрядчик. Его еще найти надо. А мы здесь работаем уже 20 лет. Найду, не переживайте, это не ваша проблема. У вас другие будут проблемы. Комиссия, акт и заявление в Следственный комитет. И в соответствии с нашим законодательством личная материальная ответственность. Круто забирайте, Игорь Николаевич. Не надо бы так. Разговор окончен. Шах. Снова шах. Хватит мне поддаваться, мам. Я хочу съездить к Игорю. Я ненадолго. Я ненадолго, на выходные, туда и обратно. Мама, я его уже 2 месяца не видела. Но врач сказал, что мне можно. Что у меня все в порядке. Он мне выпишет справку, чтобы все было хорошо. Другие люди и на 9-м месяце летают, и ничего. Ладно, сдаюсь. Да. Привет. Что у тебя такой голос строгий? Что-то случилось? Да тут все время что-нибудь случается. Ужас какой. Береги себя. А ты себя бережешь? Я изо всех сил. Я даже решила уйти раньше в декрет. А по работе не будешь скучать? Скучаю, но ребенок важнее. Когда ты приедешь уже? Да ты знаешь, я думаю, что не раньше следующих выходных. Сейчас просто на работе полный завал. Ты чего замолчала? Ничего, ничего. Просто мне кажется, он толкается. Ой, да, он толкается. А твой голос, может, отзывается? Хочет передать тебе привет? Да? Ну, давай проверим. Эй, малыш! Да, он отзывается. Машка, я так соскучился. Я... Хочешь, я тебе фото пришлю? Конечно, хочу. Давай сейчас.
как мама? Как она себя чувствует? Мама, честно говоря, не очень. Она вообще не говорит и общается с нами только с помощью планшета. Папа нанял для нее новую сиделку. У нее медицинское образование. Она довольно неплохо справляется со своими обязанностями. И... Игорь, алло. Черт. Алло. Алло, Игорь. Послушай, а кто это сзади мамы? Это новая сиделка. Вот, Яна зовут. Она давно появилась? Пару недель, а что? Слушай, я, наверное, все-таки смогу вырваться к тебе на выходных. Все, давай, целую тебя. Игорь. Вика! Мне срочно нужно вылететь в Москву. Найди мне билеты на ближайший рейс. И отмени все встречи на сегодня и на завтра. Андреевна, там ваш зять приехал. Вы спуститесь в гостиную. Думаешь, он знает, что это я? Ну, потом он будет узнавать твой голос и будет все время реагировать. Ага. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вам отпуск дали? Да нет, нет. Я сам сбежал. В самоволку. Где Полина Андреевна? Они сейчас спустятся с Яной. Ага. Так плохо мама выглядит, не показывай это. Здравствуйте, Полина Андреевна. Познакомьтесь, это Яна, мамина помощница. А это мой жених Игорь. Очень приятно. Взаимно. Оп. Оп, сгибайте ручку. Все. Не припоминаю. Вадим Анатольевич, ну надо что-то решать с моими командировками. Я уж полгода там торчу. Ты же сам рвался в бой. Да я же не против, я не отказываюсь. Я люблю работать, вы знаете. Просто если так дальше будет продолжаться, я бы хотел там квартиру снять, Машу перевезти. Папа, можно так? Нет уж. Пусть Маша будет дома под присмотром врачей. Тебе, кстати, тоже там немного осталось, месяц максимум. К рождению ребенка вернешься, не волнуйся. У меня все готово, прошу к столу. Ты, кстати, знаком? Знаком с Яной? Да. Машенька, твой любимый. Грибной? А, грибной. Грибов в этом году море. Сушить не успеваем. Ну, приятного аппетита вам. Ян, может, вы к нам присоединитесь? Как-никак, вы теперь член семьи, которая наконец-то вся собралась. Нет, спасибо большое, мне неудобно. Анна Петровна, принесите, пожалуйста, прибор. Конечно. Ну что, через 2 недели прилетит Завидов, сдашь ему все дела и занимайся устройством семейной жизни. Хотя, ты знаешь, еще надоест. Вадим Анатольевич, а наши безопасники, они проверяли эту сиделку? Конечно. И какая фамилия? Самохина. А что? Да нет, просто новый человек в доме. Она все время рядом с Машей. У нее вообще рекомендации есть? Ну, врач.
работал ординатором Лазарева. Он, кстати, нам ее и сосватал. Странно, что врач решил работать сиделкой. А, тут все понятно. Она на полевой болезни 3 диссертации себе напишет. Случай-то редкий. И плачу, кстати, я очень хорошо. Профессор позавидует. Так что тут все нормально. Она приезжая? А вот это мне по барабану. Я человек ценен не по месту рождения. Кстати, как тебя? Ну ладно, ладно, не задерживай. Давай, беги к своей невесте. Жанна! Что, простите? Ну ладно тебе притворяться. Ты что здесь делаешь? Мне кажется, вы ошиблись. Вы меня с кем-то перепутали. Я тоже тебя пока не понимаю. Но я обязательно все выясню. Что я с тобой слежу. Фикус-то раньше летом на улицу выносили. Подойщичек. А сейчас разросся. С места не сдвинешь, а дождик растению нужен. Что надо? Кто обнаружил тело Жанны? Вы? Ну, я. Где ее похоронили? Понятия не имею. Мы с ней не особо-то дружили. Мы просто снимали вместе квартиру. Тихо. Где ее вещи? За ними кто-нибудь приходил? Да. Ну или нет? Я сейчас полицию позову. Тогда или нет? Я сейчас буду кричать. Кричи, посмотрим. Может, кто-нибудь выйдет. Что тебе от меня надо? Правду. Жанна умерла или нет? Я не знаю. Ее как увезли, она целый месяц не появлялась. А мне за квартиру платить надо? Надо. Я другую соседку себе взяла. Вещи ее где? Сложила в мешок и на антресоль положила. Неси. Дверь пусти, принесу. Забирай. Это все? Вот теперь точно все. Уже и на кухне хозяйничаете. А где мне еще готовить лечебный чай для Полины Андреевны? Конечно, конечно. Жанночка. Разве я против? Меня Яна зовут. А я как сказала? Яна. Яночка. Полина Андреевна, ваш чай. Хорошо, Полин. Это вы? Такие красивые, счастливые. Сразу видно, что любите друг друга.
В смысле, парень или муж? Нет. Ну, то есть был один, но уже нет. Да, собственно, нечего рассказывать. Я его любила, а он предпочел мне другую, побогаче, выше положением. Да, не то слово, гад. Мы же с ним собирались пожениться. Он, представляете, мне даже кольцо купил. А подарил то и другой. Правда, не заслуживает. А, Полина, вам нужно еще что-нибудь? Ива! Что? Яна красивая. Маша, идите скорее сюда. Что? Что-то случилось? У нас замечательные новости. Мы сейчас позвоним доктору. Он же просил, чтобы мы ему звонили, когда у нас будут хорошие новости. А у нас очень хорошие новости. Да, что-то случилось? Привет. Мамочка. Мама, ты говоришь. Нужно доктору Лазареву позвонить. У вас красивая брошка, Яночка. Спасибо. Я не хочу больше с тобой дружить. У меня есть новая подружка. Отлично. Давайте еще одну строчку. Но это подружка Остокукла. Прекрасно, прекрасно. Яна, вы просто волшебница. Как вам это удалось? Да перестаньте. Это Полина Андреевна сама. Ой, вы знаете, ну не скромничайте, не скромничайте. Вы просто великолепно справились с работой. Да, Поленька? Александр Сергеевич, вам отдельная благодарность за то, что вы порекомендовали нам такого великолепного специалиста. Да не за что. Ну, к сожалению, я уже должен ехать. Мальчик, давай, мальчик. Будь умницей. Продолжим. Вадим Анатольевич, что-то не так? Это временное, Яна, это временное улучшение. И ничего уже не поделаешь. Надо было вовремя все это заметить. Ничего нельзя было изменить. Вы же понимаете, что эта болезнь малоизучена, что ее... Я в курсе. Мне Александр Сергеевич каждый день об этом говорит. И что? Просто я хотела сказать, что в том, что произошло, нет ничьей вины. Так просто случилось. Брошка красивая. А, да, это подарок Полины Андреевны. Я знаю. Это я ей купил. Не носи ее при мне. Привет.
Так вы хотите, чтобы мы выяснили, является ли сиделка Яна Самохина вашей бывшей невестой Жанной Глебовой? Все верно? Именно так. Нам потребуется несколько дней. Я бы хотел попросить вас сделать все как можно быстрее. За срочность я вам доплачу. Просто если эта женщина является тем, о ком я думаю, она представляет огромную опасность для моей семьи. Она вам что, угрожала? Нет. Но все это очень странно. Она сначала исчезает, потом появляется через некоторое время под другим именем в доме моей невесты. Она не узнает меня и, может быть, делает вид, что не узнает. Мне кажется, что у нее есть какой-то коварный план. У вас есть какие-то основания ее подозревать? Ну, как минимум, в подделке документов. Ну и потом, она токсиколог, врач, специалист по ядам. То есть вы хотите сказать, что она может кого-то отравить? Она что, уже так делала? Да. Когда мы с ней расставались, она что-то подмешала мне в чай. Когда я его выпил, я отрубился, совсем ничего не помню. Пришел в себя только на следующий день. И зачем она это сделала? Понятия не имею. А почему вы в полицию-то не обратились? Потому что у меня нет доказательств. Пока. Что ты делаешь здесь? Вещи принес. Какие вещи? Слушай, хватит притворяться. Я сегодня был у Ирины, и она сказала, что ты не умерла. А завтра у меня будет полный отчет о твоих передвижениях за последний год. Так что я предлагаю тебе прямо сейчас собрать вещи и свалить. Завтра будет поздно. Нет. Что значит нет? Ты знаешь, что я отсюда не собираюсь никуда уезжать. У меня здесь еще есть незаконченные дела. Что за дела? Увидишь. Пошла вон. Иначе я расскажу им правду про тебя. Давай. У меня даже к твоей правде есть иллюстрации. Сейчас я тебе покажу. Смотри. Какая же ты дрянь. Ты же меня поила, я ничего не понимал. Конечно. Вот именно это ты своей Маше и скажешь. Она же сейчас такая чуткая, такая трогательная, главное, такая беременная. Ей вообще нельзя нервничать. Яна, можно к вам? Минуточку. Будешь молчать, я тебя не сдам. Что случилось? Нет, все в порядке, все хорошо. Мама спит. Вы что-то хотели, Маш? Давай на ты. Давай. Все в порядке, просто папа уехал, а Игорь еще не вернулся, и я подумала, может, мы с тобой пойдем подышим воздухом. Да, отличная идея. Замечательная, да? Правда? Да. Ну вот, и я больше никогда на каблуках в клинику не ходила. Не думала, что Александр Сергеевич такой строгий. О, да. Что такое? Да толкается, я никак не могу привыкнуть. Хочешь потрогать? А как вы с Игорем познакомились? Налетел на меня в коридоре. Я шла с бумагами. Вот, мы столкнулись, они все рассыпались на пол. Я наклонилась, чтобы их поднять. Потом мы еще лбами столкнулись. Вот, потом я посмотрела им в глаза и все, влюбилась. Потом мы еще в командировку поехали после этого. А то есть вы уже были вместе, когда поехали? Нет. У него девушка была. Да, я не хотела рушить отношения и предложила ему быть друзьями. Вот, ну, правда, из этого ничего не вышло. Да. Это все потому, что настоящая любовь не терпит преград.
Тебе, конечно, повезло с Игорем. Да, так и есть. Ну, а у тебя что? А мой бывший жених бросил меня ради богатой дурочки. Прости, пожалуйста, я не имела ничего в виду. Ничего, не извиняйся. Но это ужасно. Просто ужасно, я тебя понимаю. Правда? Да. Ладно, пойду Полину Андреевну я проверю, наверное. Куда? Спи. У меня дело. Нет, нет. Нет, нет, нет. Стой. Стой, я сварю тебе кофе. Яна мне сказала, что мне с тобой очень повезло. Чего это она так сказала? Просто к слову пришлось. Маш, послушай. Будь с ней осторожнее. Мне очень не нравится эта Яна. Игорь, ты чего? Она замечательная. Правда, поверь мне, я разбираюсь в людях. Малыш, это ты мне поверь. И пообещай, что ты сегодня больше не будешь оставаться с ней наедине. А мне казалось, что это беременным полагается быть со странностями. Ладно. Ладно, ладно, я обещаю. Утро доброе. Утро доброе, утро раннее. Вам удалось что-нибудь выяснить? Игорь Николаевич, побойтесь Бога. Мы только вчера вечером с вами договор подписали. Время вам 9 утра, а мы еще даже не начинали по вашему делу работать. Значит, я облегчу вам задачу. Это Жанна, абсолютно точно. Теперь я хочу знать все, что с ней было. Даже если она 20 лет назад забыла оплатить в трамвае билет или котенка пнула, это должно быть в отчете. Дайте нам несколько дней. Хорошо. Дальше не поедем. Коляска застрянет, я тебя не вытащу. Хорошо. Красиво. Давай постоим здесь. Угу. И ты красивая. Сразу видно, тебе лучше. Это ненадолго. Мама. Да. Что ты такое говоришь? Мы найдем лекарство, мама. Мы найдем. Просто нужно немножко подождать. Ты ведь подождешь? Да. Постараюсь. Хочу увидеть свою внучку. Уже скоро. Да. Ты Игоря любишь? Конечно, мам. Что за вопрос? Тогда почему за него не выходишь? Мам, ты болеешь и... Мам, я не хочу, чтобы ты волновалась. Мам, ну и платье будет смотреться не очень. Но когда ребенок родится, не затягивай. И в свадебном ты будешь очень красивая. Мам, если честно, я уже присмотрела одно платье. Очень красивое, в журнале. Хочешь, покажу? Ну, конечно. Пойдем. Оно, знаешь, такое с открытыми плечами. И шлейф длинный, красивый. Приталенное, ну, поэтому. И по корсету.
Компания нужна? Не откажусь. Где все? Игорь поехал по делам, а Полина Андреевна с Машей пошли прогуляться. Ой. А меня вот отправили отдыхать. Угу. Это правильно. Никогда в бильярд не играла. На бильярде. Сейчас я покажу тебе, как это делается. Ого, как в кино. Это точно. Я соскучилась. Слушаю. Совсем забыл. Жанна попала в дом к Талицким по рекомендации их лечащего врача, Лазарева. Узнайте, как она попала в его клинику. Непременно. Ну вот, приехали. Ты подождешь здесь, я сейчас журнал принесу. Ай, мне воды. Пожалуйста. С лимоном? Да. Я сейчас принесу. Цела? Все хорошо? Все, не смотри, куда не смотри, все. Маша, что происходит? А? Что с ней? Алло, полиция? У нас убийство. Жива была, когда я ее увидела. Она очень страшное что-то мучала, и глаза очень жуткие. Послушайте, дайте ей немного отдохнуть, а? Последний вопрос. Мария Вадимовна, скажите, Анна Петровна что-нибудь говорила перед смертью? Да. Да, она что-то говорила вроде вот поганка. Может быть, она пыталась указать на убийцу? У вас есть основания кого-то подозревать? Пока нет. Пойдем. Скажите, а у вас есть какие-нибудь версии? Зрачки расширены, пена изо рта, налицо отравление, предположительно, аммонитинами. Обычно это занимает больше времени, но, похоже, доза была слишком велика. Что за аммонитины? Это яд, содержится в бледной поганке. Грибы были в супе, хорошо, что никто не успел их попробовать. Но, судя по очисткам, грибов хватило бы на всю семью. Старая дура. Мы предполагаем, что это несчастный случай. Следов насилия нет, хотя насчет убийства вы частично правы. Убийца действительно поганка.
Ты с ним спишь. С кем? С Вадимом Анатольевичем. Вы только не дергайтесь, а то синяк будет. Спишь. Хоть бы подождала, пока я умру. А зачем мне это? Таких мужиков быстро разбирают. Могу и не успеть. Какая ты? А я тебе доверяла. Вы, главное, не волнуйтесь. Вам вредно. Не наглей. Я ведь еще могу все рассказать. А вот это вряд ли. Вы ведь не хотите, чтобы Маша обо всем узнала? Так что, Полина Андреевна, мы теперь с вами связаны до самой смерти. Какая же ты. Тебе полегче? Не знаю. Такой ужас. Я закрываю глаза, я вижу ее лицо. И мне кажется, что я вообще никогда уже не смогу уснуть. Я просто очень перенервничала. Еще бы. Тебе нужно отдохнуть, полежать. Тебе надо точно уезжать. Я уже теперь точно никуда не поеду. Это было бы здорово, но ты не можешь, да? У тебя работа, карьера. Ты долго к этому шел. Это все не важно. Сейчас важно только ты и я, наш ребенок, наша семья. Да, да, да. Спасибо за оперативность. Ну, всего хорошего. Ага. Ну, вот все подтвердилось. Бледная поганка. Старая дура. Она же могла всю нашу семью отравить, а? Да, Вадим Анатольевич, дела. Давно хотел ее выгнать. Нет, Анна Петровна 20 лет вместе с нами. Одного не понимаю. Анна Петровна всю жизнь в этих лесах грибы собирает. Как она могла бледную поганку упустить? Да не одну, а несколько. Семен Борисович, нужно провести внутреннее расследование, но осторожно. Сможешь? Кого-то подозреваете? Жанна! Это ты убила Анну Петровну? Ну что ты? Бедная старушка просто перепутала грибы. Вот и итог. Откуда ты знаешь? Я же токсиколог. Сразу видно. Просто несчастный случай. Такой же несчастный случай, как когда ты меня поила, а потом сняла свое видео. Ну что ты, Игореш? Ты просто упал тогда в мои объятия, а я не смогла устоять. Что тебе нужно в нашем доме? В вашем доме? Не хочу тебя расстраивать, но, Горючек, ты здесь такой же гость, как и я. Ты сегодня же уберешься отсюда. С чего бы это? Мне нравится дом богатый, хозяин симпатичный. Кстати, заберу я его, пожалуй, себе. А ты с этим не торопишься? Нет. Я уже получила благословение от его в будущем покойной жены. А вот ты, милый мой, скоро совсем вернешься туда, откуда ты вылез. В свою съемную халупу за МКАДом. Если с Машей что-нибудь случится, я тебя прикончу собственными руками, поняла? Не случится. Но только в том случае, если вы оба будете хорошо себя вести. Что ты хочешь? Ты променял меня на деньги, и я у тебя их заберу. Вадим Анатольевич, можно вас? Можно. Вадим Анатольевич, я понимаю, что сейчас на работе сложная ситуация. Но я хотел попросить у вас разрешения остаться здесь. Я нужен Маше. Похвально, но нет. Вадим Анатольевич. Игорь, послушай, я взял тебя с улицы, доверил тебе объект. Года не прошло, ты уже член экспертного совета. Ты что думаешь, от игрушки, да? Ты захотел, все бросил.
Нет. Бери билет и возвращайся на объект. Ты должен закончить этот проект. Но, Вадим Анатольевич... Игорь, послушай. Если хочешь добиться результатов, ты должен научиться принимать трудные решения. И я его принял. Я остаюсь здесь вместе со своей беременной женой, потому что ей нужна защита. Защита? От кого защита? Вадим Анатольевич, послушайте. В вашем доме под чужой фамилией скрывается преступник. Маш, к вам можно? Да, конечно. Мы договорились на «ты»? Да, верно. Как раз хотела вам звонить. Не могу уснуть. Может, есть какая-то таблетка, чтобы беременным можно было? А, да, конечно, я посмотрю. Я пришла тебе кое-что рассказать. Это связано с Игорем. Что-то случилось? Садись. Спасибо. Дело в том, что на самом деле мы с Игорем знакомы довольно давно и довольно близко. Мы были с ним вместе, пока он не встретил тебя. Вот как. А, так это... Я была та богатая дурочка, да? Да. Ну, то есть нет, я не знала, что ты — это ты. Да, и я не думала, что встречу Игоря здесь. Почему ты мне раньше не сказала? Потому что он просил меня не говорить. Да и к тому же все, что у нас было, это в прошлом. А у меня теперь новая жизнь. А вы такими счастливыми вместе выглядите. А сейчас? Почему сейчас? Просто вчера произошел один момент. Я застала его в своей комнате. Нет. Что случилось? Он пришел, настаивал на том, чтобы мы вспомнили былое. Я говорила ему, что это невозможно, потому что у него теперь есть ты, есть ребенок, есть семья. Но его ничего не могло остановить. И отпустила меня только когда ты пришла. Нет, 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 нет. Нет, этого не может быть. Нет, 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 этого не может быть. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Нет, нет. А сегодня, когда ты нашла Анну Петровну, он сказал, что он во всем обвинит меня, потому что я токсиколог. Кто? Специалист по ядам, по отравлениям. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, помоги мне. Я тебе помогу. Правда. Это кольцо. Игорь покупал его мне, я подарил тебе. Жанна Глебова, которую вы знаете как Яна Самохина, она обманом попала в ваш дом. Она для этого выстроила целую схему. Она сначала сменила фамилию, потом устроилась в клинику к Лазареву. Ты что, несешь, дурак? Да я уверен, что это она убила кухарку. Ты что, совсем свихнулся? Из полиции звонили, это был несчастный случай. Да Жанна токсиколог. Токсиколог, понимаете? Для нее подстроить отравление так, чтобы это было похоже на несчастный случай, просто на раз-два. Позвоните нашим силовикам, пускай они еще раз ее проверят. Тебя надо проверить вот по этой части. Значит так, бери билет и завтра же возвращайся на объект, чтобы я больше не слышал этой мути. Я никуда не полечу. Тогда пиши заявление об уходе. Значит, напишу. Да. Машенька, собирайся, нам надо ехать. Зачем? Я уволился. В общем, это не важно. Послушай, нам нужно ехать. Я больше никуда с тобой не поеду. Маш. Никогда. Маш, послушай. Я хотел тебе сказать, просто не хотел волновать. Нам опасно здесь оставаться. Собирайся, пожалуйста. Не трогай меня больше. Что случилось, Маш?
Ты слышал, что она тебе сказала? Она никуда с тобой не поедет. Ты вообще что здесь делаешь? Игорь, я все знаю про тебя и про Яну. Что она тебе наболтала? Что ты ей наговорила? Правда? Маш, послушай, все, что она тебе говорит, это ложь. Жанна, то есть Яна, она та самая девушка, которую я бросил, когда встретил тебя. И она мне мстит. Я уверен, что это она убила Анну Петровну. Я больше никогда тебя не хочу видеть, ты меня понял? Пошел вон. Маш, послушай. Вон! Маш, мы ее не поднимем, все равно вдвоем. Да, да. Алло, Александр Сергеевич, здрасте, это Яна. Приезжайте скорее, пожалуйста. У Полины Андреевны не прощупывается пульс. Немедленная госпитализация, хотя, если честно... Тихо. Поль, ты здесь хочешь остаться? Хорошо. Доктор, в чем причина столь резкого ухудшения? Полина Андреевна перенесла сильный стресс. Для нее это губительно. Все мы здесь перенесли стресс. Помочь ей как-то можно? Можно облегчить ее страдания, ввести обезболивающее. Сделайте. Мы уже сделали. Маша, иди к себе. Я останусь с мамой. Маша, иди к себе. Папа, я останусь. Не волнуйся, я знаю, что делаю. Если что, я позову, иди поспи. Тихо, мамочка, все будет хорошо. Тихо, все будет хорошо. Ты такая красивая. Что тебе снилось? Мамочка, тебе лучше? Да, я очень рада. Позову папу. Постой. Я хочу побыть с тобой вдвоем. Конечно. Ты грустная. Что случилось? Я выгнала Игоря. За что? У него... были отношения с Яной, он мне не сказал. Но это же было давно. И потом он выбрал тебя, а не ее. Мам, ты что, знала? Ты знала и не сказала мне? У нас у всех есть прошлое, и его не изменить. Но важно, что в будущем. Да. Но вчера он к ней приставал. Это Яна тебе сказала. А что тебе на это сказал Игорь? Не могу с ним разговаривать. Маш, ну почему ты доверяешь человеку, которого знаешь только 2 недели? И не доверяешь тому, кто тебя искренне и нежно любит? Мама, ты правда думаешь, что меня можно полюбить?
кажется, у меня глупенько. Но как же тебя можно не любить? Мама, спасибо тебе. Спасибо тебе. Я устала. Мне надо поспать. Да, конечно. Обними меня. Тихо, не волнуйтесь, пожалуйста. Мне надо позвонить мужу. Спокойно. Я умру. Не сейчас. А ребенок? Никто не умрет. Лежите спокойно. А Игорь? Где Игорь? Он звонил, он приедет. Лежите спокойно. Если вы хотите помочь ребенку, берегите силы. Мне Маша звонила. Полина умерла. Соболезную. Все кончено. А где Маша? Маша в роддоме. Как в роддоме? Рано же еще. А тебя это больше не касается. Что значит не касается? Потому что ты уволен. Отовсюду уволен. Вадик, тебя к телефону. Ну что, добилась своего? Поздравляю. Спасибо. Но это еще не все. Что тебе еще надо? Ты же уже победила. Мы закончили работу по вашему заданию. Отчет готов. Ну, удалось что-нибудь выяснить? Кое-что есть. Как она попала в дом к Талицким? Через месяц. После неудачного самоубийства Глебова вступила в брак. Быстро развелась, а потом уже устроилась в клинику Лазарева, где уже много лет наблюдалась Полина Талицкая. И когда Талицкой понадобилась сиделка, у Глебовой уже был опыт и рекомендации. Так разве это не подтверждает ее злой умысел? В ее действиях нет состава преступления. Хорошо, тогда... Пришлите мне, пожалуйста, этот отчет на почту. Я сейчас пришлю вам адрес. Да, конечно. Только имейте в виду, что для суда или следствия он вам не подойдет. Большая часть информации добыта...
Скажем так, с нарушением законодательства. Хорошо, я понял. Спасибо. Вы можете подняться на второй этаж, 201-я палата. Бахилы наденьте! Зачем же вы столько крови берете? У меня уже голова кружится. Да уже почти все. Когда я смогу видеть своего ребенка? Не в ближайшие дни. Она на искусственной вентиляции легких. Роды-то тяжелые были. Пожалуйста, можно хотя бы через стекло? Пожалуйста. Милая, вы фильмов насмотрелись? Ну, нету в коридоре окон. Бокс стерилен. Заходить туда не положено. Так мне надо позвонить папе. Да звоните кому хотите, хоть президент. У нас правила для всех правила. Да не переживайте вы так. Да все хорошо с вашей девочкой-то. Ну, хотите, мы фото ее для вас сделаем? Можно? Просите, пожалуйста. А как вскармливание? Она сейчас питается через зонд. Через пару дней переведем ее на ваши сцеженные. А сами сможете кормить через пару недель. А мужа моего не видели? Он пришел? Да здесь он, снизу звонили. Я уже попросила, чтобы он сюда поднялся. Также нужна пункция спинномозговой жидкости Марии Талицкой. Ну, позвольте, она только что родила. Трудные преждевременные роды. Вот показания. Нельзя ли подождать пару недель? Нет, нельзя. Я против. Но если вы настаиваете, мне надо письменное согласие близких ее родственников. Вот, пожалуйста, согласие отца. Заверено нотариально. Отца? Но она вроде бы замужем. Неофициально. Мужа в расчет брать не надо. А когда вы планируете взять пункцию? Как можно быстрее. Сейчас. Будет немного больно. Потерпи, недолго. Подожди. Молодец. Молодец, 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 молодец. О, Игорь Николаевич, ну нельзя же так людей пугать. Я поздравляю вас с рождением дочери. Вы уже видели ее? Нет, еще нет. Красавица, очень на вас похожа. Вы к Маше? Нет, я к вам. У меня к вам есть пара вопросов. Пожалуйста. Чем могу помочь? Зачем вы брали пункцию у моей жены? А, ну, это стандартная процедура. У Маши слабое здоровье, и мы должны были убедиться, что роды ее не надломили. А почему тогда нельзя было подождать пару недель? Молодой человек, вы что? Вы хотите учить меня моей работе? Нет, ну что вы. У меня к вам есть еще один вопрос. Как в вашу клинику попала Яна Самохина? Вы знаете, мне что-то уже не нравятся ваши вопросы. К чему вы клоните? Я к тому, что она в последнее время очень сблизилась с господином Талицким. А после смерти Полины Андреевны это особенно заметно. Ну, вы знаете, меня сплетни вообще не интересуют. Меня тоже. Чего? Чего вы хотите? Правду. Что с моей женой? Слушаю. Вадим Анатольевич, это следователь Антипов. Вы просили держать вас в курсе. Да-да, говорите, говорите. Мы не нашли состава преступления в отравлении вашей кухарки. Отпечатки пальцев, грибные очистки, симптомы. В общем, все одно к одному, несчастный случай. Ну, я и не сомневался в этом. Дело закрываем, а в справке о смерти будет указано бытовое отравление. Хорошо. До свидания. У Маши рассеянный склероз, наследственный, очень редкой формы. Как у матери? Да.
Значит, она умрет. Нет, нет, что вы, нет. Пока нет. Просто Маша должна постоянно находиться под наблюдением. Она не знает. Нет. Вадим Анатольевич запретил говорить ей. Ей и кому бы то ни было, кроме ее семьи. Но ведь вы теперь тоже ее семья. Да. Теперь семья. Не переживайте, я никому не скажу. Спасибо. Я тебя так ждала. Прости. Прости меня, что я не смог приехать раньше. Главное, что ты здесь. Только не уходи больше, ладно? Никуда не уходи больше. Я никуда не уйду, не бойся. Мама умерла. Я знаю. Я соболезную. Знаешь, перед смертью она мне сказала очень важную вещь. Какую? Она сказала, что ты меня любишь. А ты не знала. Я знала, но я верила не до конца. Теперь веришь? Теперь верю. Ты будешь моей женой? Да. Где наша дочь? Не приносят пока. Кормят через зонт, ты к ней пока нельзя. Есть фото. Покажи. Красивая. На тебя похоже. Нет, на тебя. Послушай, мне нужно кое-что тебе еще сказать про Яну. Ее на самом деле зовут Жанна Глебова. И я с ней знаком с 6 класса. Я сейчас не сдержусь, я сейчас все ей выскажу. Машенька, сейчас не место и не время. Ты видел, как она к нему жмется? Если бы я не знала папу, я бы вообще подумала, что у них роман. Это же невозможно, да, чтобы он с этой змеей. Особенно сейчас, в такой момент. Машенька, пойдем домой. По-моему, они помирились. Хотя даже не знаю, из-за чего они поссорились. Машка молчит. Тебе она ничего не говорила? Нет. Ну, ты же знаешь, милые бронятся, только тешатся. Ты знаешь, я считаю, что ты все-таки должен провести поминки и пригласить своих бизнес-партнеров. Нет, это личное. Вадим, у таких людей, как ты, нет ничего личного. Бизнес превыше всего. Да и к тому же, мы сегодня должны объявить о своем новом статусе. Ты что, смеешься? Мы только жену похоронили. Да, и Полина просила меня, чтобы я за тобой присмотрела. Вадим Анатольевич! Примите мои соболезнования и простите, что не успел к прощанию. У меня есть новости. Подожди меня в машине. Хорошо. Поехали. Без мамы здесь так пусто. Иди ко мне. Очень устала, тебе нужно отдохнуть. Иди, прилег. Я ненадолго, мне в больницу еще надо. Поздравляю с рождением дочери. Спасибо. А я тебя поздравляю с выполнением планов. Еще пару пунктов осталось. Я думаю, я смогу тебе в этом помочь. Как? Пускай это будет сюрприз. Обожаю сюрпризы. Почему Полину похоронили так быстро? По решению супруга.
И даже вскрытие не делали? Нет. Полина умерла в связи с долгой продолжительной болезнью. А Вадим попросил, чтобы не делали вскрытие. И ему пошли навстречу. Странно. Ведь вскрытие – это обязательная процедура. Да. Но не для Талицкого. Игоречек, ну не смотри на меня так. Ну не убивала я Полину. И кухарку тоже. Я тебе не верю. А зря. Я не убийца. Сколько раз можно говорить? Не надо нас кормить своими слюнями. Ах, вот вы где. Нам пора лекарства принимать. Я все-таки не понимаю, Полина Андреевна, зачем вам это? Вы не бойтесь, я буду молчать. Вы же понимаете, что мне невыгодно рассказывать? Ты ведь с ним спишь. Я не привыкла говорить на такие откровенные темы. Так все-таки не могу понять, чем вам помешала старуха-то? Она меня шантажировала. Хотела рассказать Маше. Неважно. Да знаю я о чем. Старый дурак. Он тебе все рассказывает? Ну почему же? Я сама сообразительная. Ну ладно. У тебя проблема. Но если ты что-нибудь посмеешь сказать Маше, ты видела, я ни перед чем не остановлюсь. Я вас умоляю. Мне проще всего дождаться, пока все само собой произойдет. Какая же ты дрянь. Я всего лишь сделаю так же, как и ты. Выйду замуж за деньги. И все вот это будет моим. А ты будешь называть меня мамой. Ладно, можно без последнего. Вадим Анатольевич. О, Игорь, ты тоже здесь. Прекрасно. Слушай, я знаешь, что подумал? А что мы с тобой все ругаемся, а? Ну, прям как дети малые. Как работник ты меня устраиваешь на 100%. С Машкой, кажется, помирились. Так что возвращайся в семью. Спасибо. Теперь о работе. Берешь билет и летишь на объект. Там Завидов тебя уже ждет. Все закроешь, вернешься. А мы пока тут все уладим. Мы? Это вы с Яной? А тебя это не касается. Вадим Анатольевич, прежде чем кардинально менять свою жизнь, ознакомьтесь вот с этим. И что это? Это отчет из детективного агентства. О том, что Яна Самохина, урожденная Жанна Глебова, обманом попала в ваш дом сиделкой. Интереснейшее чтиво. Алло. Мария Вадимовна. Еще раз примите мое соболезнование. Но я вам звоню с новостями. Какими? Вашу дочку перевели в детскую терапию. Вы сегодня сможете ее увидеть. Это действительно хорошие новости, спасибо. Скоро приеду. В свете новых событий
Предлагаю вам обратиться в полицию. Потому что внезапное ухудшение состояния Полины Андреевны становится очень сомнительным. Предлагаю сделать эксгумацию и вскрытие. Я прошу вас, делайте, что хотите. Только не трогайте Полину, она и так настрадалась при жизни. Значит так. Эксгумации не будет. Прошлое Яны я знаю. После нашего с тобой разговора я еще раз попросил проверить Яну, то есть Жанну. Жанна, токсиколог. Позвоните нашим силовикам, пускай они еще раз ее проверят. Семен Борисович, а кто у вас занимался проверкой моей сиделки, Яны Самохиной? Я сейчас уже не помню. А что, проблема? Еще какие. Так что мне чуть все ясно. То есть вы знали и обо мне, и о Жанне. Тогда почему ничего не сказали? Да из-за Маши. Ты же дурак, натворил тут дел. А Машка тебя любит. Так что будет лучше, если она вообще ни о чем не будет знать. Она уже знает. Я ей все рассказал. Зря. Прошлое должно оставаться в прошлом. А вот тут я с вами не согласен, Вадим Анатольевич. Жанна появилась в этом доме только из-за меня. И поверьте, я знаю, на что она способна ради мести. Ты, мой хороший, слишком много воображаешь о себе. Да, я приложила массу усилий, чтобы оказаться в этом доме. Но тебя-то сюда вообще отобрали. Что? Дело в том, что ты, Игоречек, просто донор спермы. Замолчи. Ну почему же? Правда, так уж всем. Болезнь Полины – следствие генетического сбоя. И, к сожалению, передается по наследству. Я сказал, замолчи. Подождите. По поводу болезни Маши я знаю. Она передалась ей от матери. Но у женщины есть шанс. Рождение ребенка. Беременность и роды мобилизуют иммунную систему. Организм матери готовится защитить потомство. К чему ты клонишь? Все очень просто. Ты нужен был Маше как донор. И после долгих проверок и анализов на эту роль выбрали тебя. Ты врешь. Горечка, а ты думал, что тебя в Монолит взяли за какие-то особые заслуги? Нет. Тебя взяли для того, чтобы познакомить с Машей. Чтобы потом посадить тебя в машину по дороге в командировку. Для того, чтобы потом подложить к ней в кровать. А все потому, что вы просто оказались идеально совместимы. Так что ты, Игорёш, просто лекарство. А ты, наверное, подумал, что тебя приняли в семью, да? Папа, это правда? Да, но у нас не было другого выбора. Как это не было другого выбора? А сказать мне все как есть? Мы не хотели тебя волновать. Думали, сами справимся с этой проблемой. Маша, у нас все получилось. Я разговаривал с Лазарем. Он сказал, что ты здорова. Понимаешь, Маша, здорова. Как ты мог знать, что мы друг другу понравимся? Что мы полюбим друг друга? Что Игорь сделает мне предложение? Но мы подумали, что покоритель Москвы должен был клюнуть на богатую невесту. Вот как. Я для тебя богатая невеста. Очень жаль, что ты в меня не веришь, папа. Пойдем. Маша. Какого черта ты влезла? Ну, прости, Вадик. Не удержалась. Но я тебя уверяю, месяца через 3, ну, максимум через 6 твоя дочурка вернется. Никому не нравится жить в нищете, поверь мне. Какая ты все-таки дрянь. Может быть и дрянь, но не убийца. Что теперь будет?
Начнем новую жизнь. Только ты, я и наш ребенок. Только теперь никаких тайн. Договорились? Договорились. Где будем жить? Ты знаешь, у меня есть отличная однушка за МКАДом с видом на парк. Тогда поехали домой. Поехали. Так что, Вадик, я ничего плохого не сделала. Да, я появилась в этом доме ради Игоря. Но осталась я здесь ради тебя и Полины. Ты же знаешь, как я привязана к вашей семье? Намертво. Хорошее слово, мне нравится. Так что я никому не скажу до самой твоей смерти. Моей? Ну, прости, ошиблась нашей. Ты знаешь, я иногда тебя боюсь. Ты слишком впечатлительный для человека, который жил с убийцей. Жанна. Прости. В общем, я не скажу никому ничего. Я обещала Полине Андреевне. А она делала все для того, чтобы сохранить семью. Ну да. А ты делала все, чтобы ее разрушить. Вадик, ну ты ко мне несправедлив. Твоя семья – это Маша и ее ребенок. А они обязательно очень скоро вернутся. Что ты хочешь от меня? Только честно. Я хочу быть с тобой. Иди ко мне. А что такое? Кто там плачет? Привет. Папа, ну, что такое? Иди ко мне. Иди к папе, иди. Моя кошечка. С днем рождения. Спасибо. А у меня для тебя есть подарок. Да? Да. Прям здесь отдашь или до дома подождем? Подожди, что ты пристаешь к беременной женщине? Ты что, беременна? С днем рождения. У нас будет еще один малыш. Ты же сказала, они скоро вернутся. Уже 1.5 года прошло. Ну, ошиблась немного. Поверь мне, рано или поздно она устанет от этой нищеты. Никому не хочется быть замкадышем. Это как клеймо на лбу. Все из-за тебя. То есть из-за Полины. Не пришлось бы тебе скрывать, что она убила эту старую шантажистку, не пришлось бы меня терпеть. Тише ты! Рано или поздно все равно вскроется. И что тогда, избавишься от меня? Знаешь, что мне интересно? Что? Поганки ведь растут на земле. Ну? Как же можно было к ним наклониться? Из кресла, да еще несколько раз. Кто же помог Полине-то? Поехали. Что? Что такое? Что такое?